Что для меня это великая русская всемирная, я бы так сказал. Даже актриса говорить не хочется, потому что она никогда ничего не играла. Она это получила от природы, от мамы с папой, от обстоятельств. Вот так ее природа сделала. Значит, она нужна. Таких актеров, ну, можно перечислить по пальцам. Шаляпин, Русланова, Мордюкова. Это оттуда. Смотреть на эту женщину, я тогда был мальчишкой совсем, не понимал чего-то. Сейчас я смотрю, если бы я смотрел глазами сегодняшними на прошлую ее работу, то это вызывает восхищение и удивление, подлинности. Не только физических действий, но работы мысли, которая выражается и русским языком, он так ей подходит. Это, мне кажется, явление, это можно как герб страны показывать. Здесь все, от начала до конца. Здесь есть необыкновенная грусть, тоска, есть такое буйство счастья. Здесь нет ничего обыкновенного. Нет. Даже когда она играет не героинь, она, кстати, страна, почему любит? Она узнает себя. Это лучшие люди нашей страны. Это характер русского народа. И память о ней надо беречь. И напоминать себе о том, что вот такие люди здесь работали. Я хочу сказать, что она необыкновенная, она героическая артистка. И она замечательная комическая актриса. С юмором, который с ее огромной, выдающейся фактурой подкрепляется такой мощи, что это слово, сказанное, написанное для успеха коммерческого, приобретает характер популярного анекдота. Потому что это ходячее создание удивительных несовпадений в человеке, того, что бывает у смешных людей. Не только потому, что они смешные, сделаны, курносые какие-то, лопоухи, а внутри живет такая новинность, невинность и глупость. Я когда посмотрел фильм «Родня», меня потрясла. Картина замечательная, но присутствие такой еще актрисы, которая прибавляет в кино ровно столько, сколько было там в начале смысла, она прибавляет свое содержание, особенное, которое выкладывает актриса. Когда смотришь «Комиссар», ты понимаешь, что за эту роль можно давать премию мира. Откуда это? От Бога. От земли. А у Гайдая такая мерзкая, противная. Да нет, она мерзкая не может быть, потому что это Мордюкова. Но она знает, что такое мерзость. Она знает, что такое грязь. Она знает, что такое чистота. И она знает, что такое великая простота. У нее качество для актрисы, для любой не актер, мужик позавидует. Какая она глубокая, какая она простая. О ней можно говорить вечно. А как вы с ней познакомились? Да я не знаю, как. Познакомились, сидели за столом, как будто виделись давно. Она мне сказала там про какую-то картину, я не какую-то, у меня не так их много. Я люблю участвовать в кино, любил. И она сказала, у тебя два плана хороших. Очень хорошая. Остальное
дерьмо. Молодец. Я был счастлив. И стали общаться, да? Как? Стали общаться, да. Общаться. Видели же свои люди. Говорят, она была юмористка. Она была стопроцентно гениальный человек. Тяжелый характер. Думаю, что не легкий, но справедливый. У нее есть, я не знаю, надо, я знаю по судьбе многих ее мужей. И у них есть совсем не многих, но некоторых. Она хотела того же, что есть в ней. От мужчины, от мужа. Это могло, ну, знаете, не случилось. И Славочка Тихонов, своеобразный, популярная кинозвезда, знаменитый артист. Но с сыном у них были неприятности, трагедии. Потом попытка начать жить. Но мне кажется, что не совпало что-то. Но зато она была, не мучилась бы. Для нее, для такой глыбы, семейные неурядицы, плюнуть на них, хотя это вещи, от которой зависит твое творчество, твоя жизнь. А это отнимает очень много здоровья. Но женщине все равно нужен кто-то, кто поддержит. Женщине не по зубам многим. Любуйтесь, удивляйтесь, но подойдите. Это не то, что вас будут выбирать, взвешивать. Там нужна внутренняя капелька, зацепочка. Ухватись она за нее, она другого не будет замечать. Чепухи, будет что-то свое. Она отдаст за это все. Это человек, который может любить за прыщик. Но я не в буквальном смысле говорю, за хорошее. То есть не родился такой или просто не повезло, не нашла? Мы вообще всего не знаем. Вероятно, у меня есть свои тайны, свои счастливые и другие минуты. Она творец. То, что не выходило в жизни, выходило в кино. Наслаждение ее смотреть. Она с своим грузом выходит на сцену или в кино. Грузом пережитого знаний жизни. И дурного, и хорошего. Почему так смешно? Потому что она чувствует глубоко нелепость некоторых заблуждений человечества. Вот такая фактура у нее. Она ей распоряжается очень здорово. Фактура – это сила. Она трагическая все-таки личность. Конечно. Конечно, трагическая. Но масштабы огромные. Я сказал вначале, Шаляпин. Вот это Шаляпин в кино. Я прочитаю стихотворение, которое я написал. Я, глядя на тебя, молюсь. От восхищения вою, плачу. И до, и после передачи. И удивляюсь, и дивлюсь. Ты красота, спасающая мир. Твоя душа – венец стальных сплетений. Ты лаврами увенчанный кумир. Ты в валенках обыкновенный гений. Ты вечно сексуальная пыльца. Ты саженец, наследница природы. И нет иконописней лица, чем у тебя, любимица народа. Да, я люблю тебя давным-давно. Прости, что я на «ты», но так уж получилось. Спасибо, Божья милость, за кино и за тебя спасибо, Божья милость.